Помню, когда я был маленький, лет, может быть, 10, тоже шла война. Все было парализовано. Мужчины сражались на передовой, женщины с детьми сидели дома за семью замками. Окна закрыты, шторы задвинуты. Наш городок бомбили из самолета. Смерть поджидала людей на каждом шагу. На улицу никто не смел и носа сунуть. И вот я возвращаюсь домой, пробыв в Ливане полтора месяца, и вижу, что жизнь продолжается, как ни в чем не бывало. У меня была одна цель — этот порт. Там я расстался с товарищами, когда заварилась эта каша.